со своим оппонентом, с Каныбеком Сагынбаевым. И вот теперь два этих монстра бильярдной техники, кладки и вообще понимания игры встречаются между собой. Блин, ну вот с выходом совсем как не получилось. Даже если бы не запутался шар в этой группе, то вряд ли бы дошел до угловой луза. Ну и как-то, знаете, игра не заступается. То ли не те шары, что Саша выбирает, хотя какие-то можно другие еще выбрать. Но каждый удар последующий не облегчает. Вот только с помощью таких... Его игровая поверхность... Ну и Юра пошел, смотрите, три борта, прекрасный выход, может даже упасть, что и делает, к сожалению. Александр Пономарь не по два, по одному, но уверенно складывает эти позиции, все никак не может. В среднюю, на мягком, видимо, будет класть. Александр, да, видите, оттяжка филигранная поднимает, ну то же самое можно делать. Ладно, я буду играть, что делать? Чужой. Вот так вот. Но вот такой темп не, вроде как не свойственный. Молодец, Юра. Вроде как не свой. Контролировала, вот с чужим беда. Вот. Вот уже игра заступилась за Александра Пономаря. Выход на другую половину под свояка. Какая тяга к знаниям, да? Так, конечно, даже свояка не нарисовал себе. Опять подвиги. По меркам американки. Ну, решил все-таки, что можно... А, не вот такого свояка, да. Все-таки луза ближе, а сильно ударить, скажу я, могу на таком расстоянии. Все, 8-2. И роковая средняя, которая здесь не часто любит принимать. Но не в этот раз. Молодец. Может быть, один был, то шальной. Поэтому отыгрываемся. Как отыгрываемся? А, вот так отыгрываемся. С него выйти, но тоже даже не смотрит на него. Юрий Пощенский предпочитает вот так вот. Ну, похоже, что нет. На неприятный резкий с борта в среднюю лузу. Ну, красавец еще, знаете, своего контролирует. Хорош, Саша. Ну и, кстати, вот про предыдущий удар. Возвращаясь, вот, то, как исполнил его Юра, вот подтверждение моим словам. И вот, по-моему, один только похожий шар забили игроки за вот уже за какую-то, за третью игру. Все остальные, если били, то мимо давали. Впервые люди увидели, ну, я в частности, игру Стефа Карри в баскетбол. Также невозможно просто играть, попадать из таких ситуаций и позиций. Ну, примерно так же и Александр. Но Александр, как и с другого ракурса. А, вот такого свояка. Вот такого свояка кучу задевает и еще как.
некая борьба до шестой партии шла. Сейчас, конечно, будет все сложнее для поклонников Юрия Плащинского. Не встают черные времена. Хотя то же самое мы говорили в полуфинале. Однако он прошел эту стадию. Но вот в нужный момент забил. А может быть, нет. Посмотрим. Что придумал? Хорош. Вот хорош. Когда хорош, тогда хорош. Это же Александр. Многодетный отец.